они расскажут об особенностях празднования Нового года. Пожалуйста. Новый год в Армении отмечается с 31 декабря на 1 января. Ну, как обычно, столовится от всяких вкусностей, разных разнообразных блюд. Традиция отмечать Новый год 1 января закрепилась в армянском календаре не так давно. До начала 21 века в некоторых восточных районах Армении параллельно с Новым годом с большим воодушевлением и теплотой отмечали армянский Новый год, который назывался Навасар. А 1 января ограничивались лишь поздравлениями. В древние времена глава семьи в первый день года дарил всем домочадцам подарки. И также первым, что было, это угощение ложкой меда, чтобы весь год был сладким, чтобы слышать только сладкие слова и пожелания. Ну, далее самым таким национальным блюдом, которое отмечается у нас на столе, это свиной окорок. Блюдо, которое готовится практически повсеместно, несмотря на то, что окорок не является традиционным армянским блюдом, к его приготовлению подходит со всей ответственностью. Далма, а также из виноградных листьев, наверное, каждому приходилось как-то пробовать. Готовится из трех разных видов фарша. Вот. Также стол ловится от всяких разнообразных сладостей. И поэтому, если кто-то, у кого-то есть друзья армяне, я думаю, вам обязательно нужно на Новый год сходить к ним в гости, потому что, увидев, какой стол накрыт у армян, он больше, наверное, ну, обязательно это как будет для вас каждый год сходить в гости к ним, потому что это очень приятно и весело. Вот, ну, я много чего могу сказать, но, наверное, на этом ограничимся. Вот желаю всем счастливого Нового года и на армянском пожелаю шнурхавор нуртаги. Спасибо.